секрет бессмертия от Бога. Чтобы принять бессмертие, нужно воскреснуть уже сейчас. Если я сегодня не воскрес, то я не буду иметь участия в первом воскресении. А я сегодня уже должен иметь жизнь вечную. Иисус говорит, когда мы принимаем вечерю Господню, Его тело и кровь, то мы принимаем жизнь вечную. Иисус является этой жизнью, и мы с Ним соединяемся. Поэтому это великая тайна Церкви и Христа, которую Бог сокрыл. Это и есть тайна, которая позволяет нам сегодня освободиться от грехов и воскреснуть духовно. А тело тебя догонит потом, если ты сегодня духовно воскрес. Потому что ты соединился со Христом. Смерть не имеет власти над Ним. Иисус имеет ключи ада и смерти. Поэтому, если ты уже соединился со Христом, стал с Ним одно тело, смерть не имеет власти над тобой. Поэтому ты не увидишь смерти, ты переходишь сразу в жизнь вечную. Смотрите каналы Салтаненко, и вы сможете это воплотить в своей жизни. Благословляем вас!